Привет всем, дорогие друзья, с вами снова я, Рок Джокер. И я, наверное, что я? Я падаю с грузовика. Что ж, с возвращением вас на прохождение Uncharted Two Among Thieves. Я давно его не записывал уже, довольно-таки. Вот. Поэтому фейлить сегодня, возможно, даже буду. Ну, причин тому многие факторы. Во-первых, мне тупо было лень все это время записывать что-то там. Вот. Но теперь я опять горю желанием записывать. Что там у меня? Ребята никак не угомонятся тут. Ой-ой-ой, укрытия мои разваливаются. Да, тут есть разрушаемость, если кто не знал. Бляха-муха. Ничего, мы сейчас от них избавимся. Отлично, хедшот. Еще один хедшот. Если я не ошибаюсь. Тут в нас из винтовки палит на такой скорости, что это за ворошиловский стрелок, мать его. Оу, моя... Только я подумал, что машина взорвется, и она взорвалась. Отлично. Просто потрясающе нахрен. Ладно. Ребята, вы рулите просто отлично, потому что ни хера не могу ни в кого попасть. Ничего, я сейчас возьму. О. Твою мать. Калашников прямо улетел. Давай прыгай туда скорее, Найт. Быстрее, быстрее, собирай патроны. Отлично. Возьми еще эти. Отлично. Тут еще стреляет. Твою мать, сколько врагов. Я хрень. Я просто... черт, бери. Как это понимать, ребят? Это же полный трындец. Твою мать. О, твою мать! Что же тут происходит? Это какой-то капец. Так, тихо. Твою мать, опять? Это что, гранатомет? Я уже и забыл, что здесь такое есть. О, потрясающе. О, господи. Да, не зря эту игру назвали лучшей в 2009 году. Потому что ничего подобного вообще нигде нет. Это просто потрясающее ощущение. Получи, сука, Елену будешь бортовать. А так вот. Вот так вот. О, как машины разлетаются. Потрясающе просто. Получи, скотина. На тебе. Отлично. Отлично. Отличные взрывы. Да, графика, по-моему, даже для 2011-2012 года самое лучшее, что я видел. Господи, это прекрасно. Ой-ой-ой, Елена, куда? Какого хрена? Что, я что, не уследил? Вот это прикол, вот это взрывы. Блин, такое я только у матрицы перезагрузки, наверное, видел. И то вряд ли. Так, тихо. Ладно, что там у нас? Вот это... Это, по-моему, Елена у нас. Только я понимаю. О, клево, я в него попал. Да, нам показывают вот этот вот момент. Если на Елену быкуют, надо резко уничтожать этих людей, которые смеют быковать на мою Елену. На мою дорогую Елену. Нейт там что-то кричит, но я его не слышу. Отлично, в этот раз я ничего не позволил сделать с Еленой. Твою мать, Лазаревич просто, наверное... Разорился, оплачивать всех этих наемников, охренеть, мой пулемет улетел куда-то. Что мне теперь делать? Вот так вот, Нейт, правильно. О, отлично. Фу. Хорошо, что я не промахнулся, когда прыгал. Порядок. Ведущая машина за ней. Держись! Ну что, ублюдки, мы вам прищемим ход. О, черт! Оу-оу. Они точно не выжили. Идем отсюда. Давай. Старые добрые времена. Похоже на то. Да, и что теперь? Надо идти.
в этот жуткий монастырь. Что еще? Там Шефер. А? Проклятие. А что происходит? Он у Лазаревича. О, нет. О. Ты готова к этому? Да, как всегда. А?